Крымский колхоз «Дружба народов» – один из крупнейших на Украине. Так выглядит колхозный поселок. Председатель, депутат Верховного Совета Украины, герой социалистического труда Ягудин. «Дружба народов» – хозяйство обширное, многоотраслевое. Второй урожай, на этот раз кукурузу, скашивает в этом году механизатор Александр Ковалюк. Среди лучших работников животноводческой фермы эстонка Лайме Сет, белоруска Надежда Лазарева. Недаром колхоз называется «Дружба народов». Здесь трудятся люди 17 национальностей нашей Родины. 10 тысяч тонн фруктов ежегодно выращивают садоводы. Отличных урожаев добиваются виноградари. В этом году колхозники рассчитывают на чистую прибыль в 12 миллионов рублей. А на поливных землях уже идет подготовка к севу озимых. Хорошо подготовленная почва – залог богатого урожая будущего года.